Доброго времени суток, господа. И это Готика 2. С дополнением Ночь Ворона. Так, остановились мы с вами в прошлый раз на довольно-таки интересных событиях. Мы с вами посадили в каталажку, в тюрягу двух предполагаемых преступников, да, Ренгару, такого отъявленного воришку мелкого, и Сару, торговку оружия, правда. Слушайте, конечно, вина ее под сомнением. Торговала она, конечно, с Анаром, но что ж теперь. Тем не менее, мы сделали свой выбор, мы получили гешефт, мы получили опыт, мы получили золото, но, к сожалению, Торбан нас обломал, и ему пришлось заплатить Магар за то, чтобы он в будущем нас обучил взламывать замки. Ну а сейчас, в тот момент, когда мы уже у Баспера выучили снять и шкур, пора, наверное, выполнять обязательства наши, чтобы он принял рекомендации, да, чтобы он дал нам рекомендации по вступлению к учителям. Поможет нам в этом Барток. Как дела? Ты ведь не здешний, да? Ничего, я тоже. А откуда ты пришел? Из леса. Я там охотился на падальщиков и волков. Вместе с другими охотниками. Я из лесу вышел, снова вошел, да? Но я бросил это занятие. Настали опасные времена, повсюду шатается всякий сброд. Да, это действительно, там всякий сброд шатается, и сейчас отчасу не лучше. Где мне найти других охотников? У нас был лагерь около таверны, на полпути к ферме Анара. Но я не знаю, остался ли там кто еще. Нас в городе было двое. До недавнего времени. Со мной был мой друг Тракар. Превосходный охотник. Ага, походу я понял. Лагерь вы разбили. А тут лагерь случайно находится не рядом с таверной Крыло Гарпии. По-моему, тот самый. А где Тракар сейчас? Это очень необычная история. Несколько дней назад мы выпивали в таверне Карагона и разговаривали об охоте. Не спрашивай меня, что было дальше. К тому времени я уже изрядно накачался. Бывает, я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. С тех пор я его не видел. А, выпивка, травка, блин, Готика 2. Если бы она вышла в наше время, то она была бы запрещена в 90% стран. И уж тем более в своей родной Германии. А где можно получить косяк из болотной травы? Ладно, давай. А ты не искал его? Про охотника спросим. Но я сообщил об этом ополчению. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали волки или еще кто-нибудь похуже. Я боюсь, что однажды на охоте я найду его изуродованный труп. Я этого не вынесу. Крепись, крепись, Барк. А где можно найти косяк из болотной травы? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так говорили. Косяк. А, по-моему, мы должны косяк найти болотной травы и смешать со жгучим перцем. Во. По-моему, так. Вот я просто уже плохо, у меня память. Ты можешь научить меня охотиться? Я могу научить тебя красться и правильно держать лук. Ну, насчет красться. Ой, надо ли мне это? Красться. Не, ну, красться, в принципе, если мы будем воровать, да, то, по-моему, все-таки красться нам будет необходимо как воздух. Потому что мы будем в ночи воровать вещи, и чтобы нас не запалили, по-моему, все-таки да, вот красться нам поможет. Научи меня красться. Хорошо. Сначала ты должен научиться правильно распределять свой вес. Для этого согни ноги в коленях и старайся всегда опускать ногу на пятку. Вся нагрузка должна приходиться на опорную ногу, пока другая нога не будет твердо стоять на земле. К большинству зверей невозможно подкрасться, если только они не спят. Они просто учуют тебя. Так что будь внимателен при охоте. Ну, я надеюсь, что с людьми так же будет. Так... Баспер говорит, что ты работал на него. Да, было дело. Но его интересовали только эти чертовы шкуры. Я говорил ему, как опасно стало охотиться. Но он не хотел ничего слушать. Правда, платил он хорошо.
грех жаловаться. Ты можешь рассказать что-нибудь о нем? У Баспера недавно украли лук. Прямо средь бела дня. Кто-то вломился в его лавку, схватил лук и был таков. Воры наглеют прямо на глазах. Да, кража людей, кража имущества. Просто, да, Харинис погряз в этом всем. Но, в принципе, чего Басперу жаловаться? Настрогал бы еще себе луков. Так, ну и сейчас я предложу ему поохотиться, да, Бартоку. Но для этого нам надо переодеться. Слушайте, в нашу охотничью Хариниса, броньку. По прямому указанию достопочтимого так будет намного Хагина, лучше. Сегодня вступает в силу следующий декрет. Ну что, хочешь поохотиться? По защите верхнего квартала. Почему бы нам не поохотиться вместе? Охране у ворот приказано применять закон самым строжайшим образом, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к кварталу. Я имею в виду, ты знаешь, как снимать шкуры с животных? Да. Уже да. Я хочу получить 50 золотых монет, а ты можешь забирать себе шкуры и продавать их Басперу. Это будет честно, правда? Полен. 50 золотых? Ну ладно, 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 я потом у Джоры пойду с отдам ему его деньги. Вот. Блин, ну просто меня разоряют, а. Так, погоди, стоп, сейчас я к Джоре сбегаю, погоди. Потому что каждый раз, когда у меня отнимают всякие священники деньги, ты тут еще у меня начинаются критические дни, критические ночи. Джор, вот твое бабло. Насчет. Да, как продвигается дело? Ты поймал его? И что более важно, ты забрал у него мое золото? Yes, of course. Да, я поймал его. Пусть немного посидит за решеткой, подумает. А что насчет моего золота? Ладно, вот твои деньги. Вот 50 золотых, что он украл у тебя. Хвала Инносу. Есть еще правосудие в этом городе. Давай бабло. Я хочу получить часть золота в качестве вознаграждения. А если тебе нужно золото, то выслеживай воров и получай награду за их голову у лорда Андре. А теперь извини, меня ждут клиенты. Че? Это секрет. Мне нужно идти. Не, ну... Ну... Да... Короче, я лишний раз убедился, что с торгашами... Что с торгашами иметь дел лучше вообще никаких не иметь. Блин. Так, а Андре нам уже дал, да, деньги, по-моему? Так, кстати, красится на что? А, на X. Отлично. Попробуем, ладно, тогда как-нибудь в следующей серии будем воровать, я думаю. Чё ты на меня так смотришь, дай мне деньги. И... Эх, ладно, ты мне уже дал денег. Ублюдки. Все, так что я для себя усвоил лишний раз все больше. Не иметь никаких дел с торгашами, они только и могут что обманывать. Ладно. Обкраду я еще ваши домишки, судари. Так что рано вы радуетесь. Эй, ты! Ладно, Барток, пошли уже охотиться наконец-то. Пойдем. Мне нужно развеяться. Хорошо. Пошли за мной. За южными воротами начинается лес. Там водится более чем достаточно всяких тварей. Даже больше, чем хотелось бы. Ладно, веди, только ты танковать будешь всех монстров на себя. И давай условимся, все-таки далеко в лес лучше не идти, потому что я чую, что тебя там раздерут, потому что, судя по твоей броне, ты особо не обременяешь себя и хорошим снаряжением и броней. Ну, кроме лука. Лук у тебя отменный, я уже так это вижу, визуально чисто. Да и меч неплохой, но бронька не к черту. Поэтому особо не перетрудись, Барток. А я тебя буду прикрывать из лука. Ну, в случае чего, свалю, конечно же. Или подберу с твоего трупа все твои вещи. Ну, давай постараемся до этого не доводить. О! Получай, уже пошло веселье. Так, ну отсюда мы явно не успеем добить. Ну, благо... Все, что убивает Барток, засчитывается нам, да, в качестве опыта.
Там можно особо не париться. Не парить свою жопу. Ну, шикарно. Ух, ёпт. Да уж, вот тут передряга. Держись, Бартек. О, извини, я в тебя не хотел попасть. О, теперь мы заодно сейчас шкуры соберем и отдадим их Басперу. Волчьи шкуры, что может быть прекраснее. Так, заодно сейчас тут посмотрим какие-нибудь травки и прочее. Ёк-макарёк, это же... Это чё, это Бракорис? Как ты думаешь, стоит нам углубиться в лес или нет? Давай всё-таки пойдём. Стоит. Хорошо. Будем надеяться, что нам повезёт. Только самое главное, на Бракориса не попади. Ещё одна тварь! Нет, блин. Странно. Почему-то Бракорис был какой-то полудохлый. Но все равно опыт вроде засчитали. Засчитали нам. Так, давайте где-нибудь тут. И давайте, наверное, какую-то магию. Так, магия у нас на четверочку. Так, попробуем дальше продвинуться или как? Чё-то какая-то неубиваемая муха. А, да, тем более, что... Ну, видите, урон уже не такой большой от мух. Благодаря нашей броньке замечательной. Да. Да, очень они так с трудом... Из этого не выйдет ничего с трудом хорошего. Убиваются, если честно. Так... Еще одна тварь. Ну сколько уж можно-то? Так, я смотрю, у друга нашего-то эликсиры закончились. Ну, ты что, пить не будешь зелье, что ли? Слушай, я уже беспокоюсь. Блин. О, отлично, краш панч. Шикарно. Все. Я думаю, мне лучше вернуться в город. Здесь для меня слишком опасно. И даже для нас двоих. Орк прямо у ворот города. Черт побери. Еще увидимся. Ты можешь продать шкуры Басперу. Ну что ж, отлично, отлично. Так. Я думал, вообще-то ее угрохнут и убьют, но все обошлось. Так, ну, сколько там шкур надо? Басперу давайте сейчас посмотрим. Так, меха для Баспера, сколько ему там надо получить? 6 волчьих шкур, да? 6 волчьих шкур. Сколько у нас? Вот даже шкуры Бракориса есть за 250. Вот как даже. 5 шкур. Ну, короче, еще одного волчка надо найти. Так, там дальше у нас кто? У нас там дальше темные черные гоблины. Довольно-таки сильные ребята. Они нас разорвут. Я сразу говорю. Просто я уже играл, как опытный охотник знаю. Как вариант, попробовать их по одному выманивать, но, по-моему, по одному они не пойдут. Тут еще также есть проход направо. Там мы в этом проходе увидим схрон, как я понял, бандитов. Но по ходу дела, я, к сожалению, не помню, по-моему, мы для них еще очень слабы. По-моему, нас там уничтожат. Хотя, конечно, у нас есть магия, особо уличная магия, но, по-моему, там особо от нее толку не будет. Потому что там довольно-таки высоколевельные парни стоят. Но здесь можно найти, во-первых, каменную табличку. Прочитав ее, мы повысим свои статы, но для начала надо выучить язык зодчих. Так, и вот на пещерка. Там, по-моему, сидят бандиты.
Да, как я и думал. Как я и думал. Так, попробовать выманить их по одному, если... У-у-у, да уж. Да, беги со всех ног. По-моему, тут нам... Не, ну, в принципе, можно воевать. Ой, блин. Вполне, я думал, будет труднее. Так, ну что, завалим этого гада. Блин, давай, мочи, убивай его нафиг, блин. Сучка, а, стрейфится. Козлина, главное не попадать под рубящие удары, блин. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, блин, это была очень такая яростная бойня. Так, фу-фу-фу. Мы выжили, это самое главное. Такс. Фу, так, давайте лечебной травой лечиться. Так, отлично. Я вообще-то думал, что нас сейчас зафигарят. А нет, посмотрите. Так. Так, крашпах у нас тоже есть. Это шикарно, просто шикарная новость. Потому что мы его сейчас заодно отдадим Гораду. Тикс. Ну чё, будем потихоньку проникать внутрь. А, как раз мы сейчас можем подкрадываться. Втихаря. То есть, чтобы нас не услышали. Ну... Фактически, знаете, этот thief отдыхает. Так, здесь у нас, по-моему, ничего ценного нету. Угу. Сюда он очень так смешно передвигается. Так, посмотрим, что у нас там. Я разорву тебя на кусок. Блин, да откуда вы знаете, что я здесь? Не, ну, двое это уже серьезно. Блин. По одному хотя бы выходите. О, вот этот парень уже... Так, ну мы блокируем все успешно, так, поэтому шансы есть. Блин, сучка. Эх. Главное вовремя блокировать удары его. Кстати, в первом резоне было примерно наподобие боевка, только она получше была. Даже, я... Ты заслужил это, подонок. Не. Ну вот так вот. Критический удар и... На тебе. Ладно, попробуем еще раз. Или вернемся сюда. Или можно еще попробовать... Так, можно тебя фаерболом закидать, да? Лечение легких ранений, вы что? А, на пятерочку. Попробуем сразу сейчас тебя огненным шаром ошпарить. Просто не знаю, есть ли смысл... Сейчас ты получишь. Ух, как сразу. Да, беги со всех ног. Так, а сейчас попробуем уже с тобой поиграть, моя сучка. Так, а теперь у тебя топор, а раньше был меч. Ой-ой-ой, так бы, ну сейчас он мне очень крит доставил большой.
Да, беги со всех ног. А, вот он еще один. Сейчас мы покушаем. Так, где мой? Ах ты гад. Я разорву тебя на кусок. Чё ты не сгорел-то? Блин. Так, ну отлично, отлично, он сейчас... Сейчас мы его... Камню-то... Он нам ничего не сможет сделать, потому что он затупил. Отлично. Так, серебряное кольцо, опять топор. Блин, все. Ох-ох-ох, печаль. Я разорву тебя на куски. Так, ну что, будем тогда от него бегать. Да, беги со всех ног. Будем от тебя бегать, сучёныш. Блин, да отстань ты от меня-то, а? Блин. Да, беги со всех ног. А лысый скинхед хренов. Ну ничего, потихоньку сейчас его из лука изничтожим. Помаленечку. Вступать, да, я с ним в открытую битву не хочу, потому что у него тут рапира, по-моему, да? Да... Чё ж ты такой неторопливый-то, главгерой, а? Можно, конечно, на него, да, беги со всех ног, сагрить черных гоблинов. Но я этого делать не хочу. И он сейчас, кстати, очень, кстати, застрял. Да. Отлично. Хрен ты в меня попадешь, ублюдок. Да, беги. Скотина, дебил, идиот. Блин, ты сюда можешь достать. Беги со всех ног. Блин, ты... Ублюдок, а? Слов нет. Так, а мы еще раз в тебя стрельнем. Да хрен бы там. Я учился скалолазанию. Блин, ну давай, тебя уже надо кончать просто. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, парень. Парень, еще чуть-чуть. Да, беги со всех ног. Скоро ты сдохнешь. Так, он один раз все-таки нас попал по нам. Да, беги со всех ног. Блин, какой опасный парень, а? Станешь от меня. Да, беги со всех ног. Да. Давай, давай. Ахрис. Наконец-то. Целая шпага была. Так, ну что, теперь мы получили трофей. Шпага. Так, ловкость. 20. Нужна, правда. Правда, ловкость нужна 20. Да. Поэтому что, надо ловкость поднимать. Но ничего, зато вот самолично разобрались с бандитами. Сейчас посмотрим, что у них в той комнате было. В том отделении пещерки. Да, но вот крит удар это довольно-таки неприятно.
Один критический удар может там сразу пол Хелки снести за раз. Так, ну все, теперь я надеюсь, собственно, наверное, мы там всех поубивали. Я очень на это надеюсь. Так, давайте мяска заодно покушаем. Ну, в принципе, урон от шпаги 40 и... Так, от нашего волчьего ножа 30. Ну, в 10 значений посильнее, конечно, будет шпага, но тем не менее, я не думаю, что это критично. Так, я надеюсь, здесь больше никого нет. Сейчас. Блин! Мразь! Еще один урод. Стой, трус! Так, а у него здесь что? У него здесь обычная палка, да? А, ну он и убивается полегче. Ни хрена! Да, только я сказал по слову полегче, как меня сразу убили. Ну ладно, дубль 2. Сейчас! Просто надо вовремя подгадывать, когда они атакуют. Но это не всегда удается. И особо изворотливая, конечно, доставляет проблемы. Ну вот, как мы видим, нам надо вовремя ставить блок просто. Блин, сучка, а? Ну вот, мы ставили сейчас, отлично. Не забываем ставить блок, блин. Кстати, вы заметили, что в конце, когда у него меньше жизни, да, Халк, то он становится более агрессивным. Фух, все. Так, это был последний. Ну чё? И это все? Пара вещих шкур. Сырая сталь. О, кожаный кошелек. Это уже интереснее. По крайней мере, не зря мы тут их убивали. Кожаный кошелек. И сколько тут денег? 50. Ну, по крайней мере, мы вернули себе часть золота. Я не умею открывать замки отмычкой. Так, ну ладно. Замки-то мы еще успеем выучить навык. А, ну и тем более у нас осталось так 840. Короче, 160 опыта нам еще надо набить, и будет новый левелап. И мы потом за этим замком придем. Фух. Так, вот пищу рудокопа поедим. Грибы. Текс. Еще вот этих вот ягодок. Так, ну и нам еще надо еще одного ваваншка, кстати, найти на своем пути, потому что шкур у нас волчьих всего 5. Сейчас я все-таки очень надеюсь, что мы по пути волчка-то какого-нибудь да найдем. Опять же, повторюсь, гоблинам мы сейчас идти не будем, потому что их слишком уж много, и мочатся они довольно-таки долго. Так, вот волчка найти надо. Без него никак. Поэтому сейчас будем активно искать. Так. Где-нибудь вот здесь вот по краюшку пройти, посмотреть. Блин, один волчок всего остался. Какой-то один волчок. Туда я даже боюсь идти. Давайте назад пойдем. Так, я надеюсь, на нас не сагрились. Волчок, ты где?
нету волчков, спят волчары. Хотя нет, вот если, по-моему, пойти к другим воротам, то их можно найти. Так, ну здесь мы живность полностью истребили уже. Пусто. Блин, я офигеваю, динозавры у ворот. Это просто охренеть. Вот видите, там где динозавр издали. Если нас заметят, то мы от него не убежим даже. Потому что они довольно-таки быстрые. Так, ну, ту ферму Малита мы уже знаем. Туда мы не пойдем. О, а, так, это у нас жук, да, полевой? Это у нас половой жук. Молодой половой жук. Ну ничего, лишнего опыта не бывает, поэтому давайте его побьем. Ну, тем более, так как он молодой, да, то проблем с его убийством не возникнет. Ну и все. Там ничего этого не выйдет, ничего хорошего. Всего нам 20 опыта только за него дадут. Так, ну ничего, надо понабивать опыт, там, на крысах, например. Крыса, ты где? О, с одного раза мощность, отлично. Так, таким макаром у нас еще, так, 890, еще 110 опыта. Так, надо еще найти кого-нибудь. Ну, а сейчас пойдем проторенной дорожкой тогда. Так, пойдем на другую сторону ворот, и там убьем какого-нибудь волчка. Ну, кстати, мы многое пропустили с того раза. Молот, например. О, отлично, серебряное кольцо, всякие безделушки. Их мы сможем потом успешно продать. Такс, опять же, крайне не рекомендую лезть прям вот туда, вниз. Не готовы мы еще к этому. Слишком уж там много супостатов. Да твою мать. О, отлично. А то я ж думал, мы сейчас упадем. Так, ну и потихоньку идет закат. А вот мой волк. Так, о, зато у нас есть колбаса. Так, ну чё, волчок, пришел я по твою душу. Давай, сдавайся нам. Блин, все никак, сука, не убивается, а? Зато сразу 60 за него дают. Мы сейчас колбасой подкрепимся. Отлично. Просто шикарно. Текс. И чё, давай вот еще вот этого парня. Молодого волчишку. Зайку серенького. Который скакал под елочкой. Так, и у нас уже 60 опыта и сразу левел ап. Просто замечательно. Блин, да сколько вас тут есть, а? Кстати, боковые удары больше всего урон наносят. Да когда ты сдохнешь, а? Хромает из казино. Все отлично. И у нас уже целых 8 шкур. А, собственно, план мы пятилетку выполнили, да, досрочно. Ну, давайте поговорим с местным ополчением на пути. Не так быстро. Прогуливаться здесь одному довольно опасно. Откуда ты идешь? Я иду. Из города. Из города? Так. Тогда что ты делаешь тут, так далеко от его защитных стен? А что такого опасного здесь? Много чего. Я уверен, что ты прибежишь за помощью ко мне, не успев даже дойти до следующего поворота этой дороги. Ну, предположим, я обращусь к тебе за помощью. Сколько это будет мне стоить? Я всего лишь скромный слуга короля.
И мне не к лицу обирать беззащитных граждан нашего королевства. Но знаешь, если уж ты так ставишь вопрос, то я бы не отказался от небольшой финансовой помощи. Это укрепит наши будущие деловые отношения. 10 золотых будет достаточно для начала. Что скажешь? О, ну 10 золотых — это вообще красота, это просто такие безвозмездные, я думаю. Почему бы и нет? Вот твои 10 монет. Потрясающе. Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где найти меня. Но будь так любезен, не отвлекай меня по всяким пустякам. Я не выношу этого, ты слышишь? А, что ж, договорились, Мика? Текс. И знаете, у меня появилась мысль. А вот там вот, если пойти вот сейчас по той дорожке, по этой вот, то там будут бандиты и воры. Так, ну это ладно, это мы потом. Это мы туда зайдем потом. Стой! Что? Я просто хотел посмотреть на тебя. Ох, да похоже, у тебя есть деньги. Проходи. Блин, я же думал, еще и стражники меня воруют. Вообще уже подумал, что... Что вот такие ублюдки. Блин, Джо. Джо знает, как проникнуть в одну из башен города, где ополчение хранит оружие. Вот это вот, кстати, да. Это нам надо. А, еще нам ведь надо благословение получить вот у этого милого человека. Я пришел, чтобы получить твое благословение. Это хорошо. Тогда ты, вероятно, захочешь пожертвовать золото Святой Церкви Инси, правда? Вообще-то, я хотел получить твое благословение, чтобы поступить в ученики к одному из мастеров в нижней части города. Но я уже дал тебе мое благословение, сын мой. Ступай с Инесом, сын мой. Угу. Отлично, то есть благословение мы уже получили, поэтому можно смело идти к Турбану и его милость просить. Да, наконец-то. И заодно выучить у него навык взлома замков. Так, и что это получается? Сейчас, походу, мы выполним все условия для того, чтобы стать гражданином. По-моему. Ну-ка, Торбен. Подожди минутку. Есть дельцы. Так, да, научи меня вскрывать замки, это во-первых. Научи меня вскрывать замки. Все, что тебе нужно, это отмычка. Если ты будешь осторожно поворачивать ее влево и вправо в замке, ты сможешь вскрыть его. Но если ты будешь вращать отмычку слишком сильно или слишком быстро в неправильном направлении, она сломается. Чем более опытным ты будешь становиться, тем меньше отмычек тебе понадобится. Вот, пожалуй, и все, что тебе нужно знать. Так, что ж, шикарно. Ну и как насчет одобрения-то, мастер? Как насчет одобрения, мастер? Ватрас дал тебе благословение? Еще нет. Тогда я не понимаю. Ах, блин, Ватрас еще, ну ладно. Да, блин, какой ты все-таки набожный, а? Блин, одни проблемы, на самом деле, а? Одни проблемы. Так, ну что, Баспер, я принес шкуры. О, у тебя, кстати, барышня. О. Насчет волчьих шкур. Я принес их, вот. Отлично, я знал, что ты подходишь для этой работы. Вот, деньги. Как я и обещал тебе. И что скажешь? Разве это не лучше, чем корпеть над мечами день напролет или наполнять бутылочки в пыльной коморке? Нет, я все-таки хочу работать у Гарада, потому что гешефт больше именно с мечей. Я получу твое одобрение на работу с другим мастером. Я надеялся, что ты выберешь меня. Но если ты решил так... Это означает, что ты проголосуешь за меня? Если никто больше из мастеров не будет возражать, то да. Но из тебя бы получился такой хороший охотник. Да ладно, что-то. Все нормально, не беспокойся. Не плачь. Не плачь, мой маленький друг.
Так, блин, все-таки значит к этому Ватерсу еще сходить. Так, я надеюсь, что... Ну, отлично, ты у нас всю ночь тут стоишь. Ватрасик. Так, и как же мне у тебя... О, кстати, про каменную табличку давай мы тебя расспросим. У меня с собой есть каменная табличка. Не мог бы ты мне рассказать о ней что-нибудь? Это артефакт древней культуры, которую мы давно исследуем. Существует несколько разновидностей таких табличек. В некоторых из них содержится информация по истории древних народов. Меня интересуют именно они. Принеси мне все, какие сможешь найти. Тебя будет ждать достойная награда. Так, что же, отлично. Вот тебе таблички. Я принес тебе еще таблички. Отлично. Вот. Возьми в награду несколько зелий. Отлично. Да ты у нас будешь и прям этим поставщиком бесплатно. Так. Благословение, да, вот. Я прошу твоего благословения. Почему я должен дать тебе мое благословение, чужеземец? Я хочу стать учеником одного из мастеров в нижней части города. Ступай с благословением Аданаса, сын мой. Блин, как же все-таки легко, а? Получил благословение, иди на все четыре стороны, фактически. Я тебя благословляю, чувак. Так, ну что, Торбан, я надеюсь, сейчас-то хоть твоя душенька будет довольна. Эх, он уже пошел спать, судя по всему. Так, поэтому давайте тоже поспим и встретим его уже на следующий день. Давай где-то тут на своем привычном месте. Эй! Как насчет одобрения, мастер? Ватрас дал тебе благословение? Да. Да. А благословение жреца Иноса ты получил? Да, получил. Тогда ты получишь и мое благословение. Неважно, какому пути ты решил следовать. Гордись своим ремеслом, мой мальчик. Отлично, так. Ну и наконец-то такие. Идем на наш финальный этап. Нам надо поговорить с Горадом и показать ему кранчпах. Эй! Что ты хочешь? Вот, собственно, я принес тебе оружие орков, чувак. Я принес тебе оружие орков, как ты хотел. Покажи, ты все же сделал. Да! Ты настоящий мужчина. С большими яйцами. Давно уже не держал я подобного оружия в своих руках. С тех пор, как был солдатом во время войны с орками. Да уж, суровые то были времена, скажу я тебе. Я не думал, что тебе удастся это. Я поражен. И в итоге? Я могу стать твоим учеником, чувак? Когда я могу стать твоим учеником? Нам здесь совсем не помешал бы человек, способный прикончить орка. Что касается моего мнения, то ты можешь приступать к работе хоть сейчас. А другие мастера... Торбен дал тебе свое благословение. Баспер пытался отговорить меня от идеи взять тебя ученики. Он хочет, чтобы ты стал его учеником. Я имел краткий, но напряженный разговор с ним по этому вопросу. В конце концов, он согласился. Как ну, конечно. Всегда, Константина ничего... Он сказал, что с его точки зрения ты можешь стать моим учеником в любой момент. Матео говорит, что ты вернул ему его золото. Мне кажется, ты благородный молодой человек. Это означает, что ты получил одобрение всех мастеров. Слава ты богам. Готов стать моим Слава учеником. Иносу. Да, я готов, в принципе, без промедления, без промежек, потому что, собственно, другого варианта нету, а самый большой гешефт мы получим именно у Горада. Я готов. Отлично. Я научу тебя ковать хорошие мечи. Кроме того, пришло время стать немного сильнее. Ты чахнешь прямо у меня на глазах. Ну давай, учи меня. Так-с. Ну и в принципе дальше у нас пойдет длинный и тернистый путь ученика кузнеца. Вот будем мы долго идти к тому, чтобы ковать хорошие мечи. Даже, по-моему, научимся рано или поздно ковать мечи из руды самые сильные.
Но до этого, конечно, еще стоит идти и идти. Но самое главное, сейчас программа минимум выполнена. Мы наконец-то таким приобрели работу. И это автоматически дарит нам возможность посетить верхний квартал города. Фух, ну, с чувством выполненного долга и облегчения могу констатировать, что мы наконец-таки это сделали. Мы теперь полноправные граждане, и в следующей серии мы с вами все-таки займемся постижением азов делания мечей, кования. Вот, и во-вторых, мы зайдем, конечно же, в верхний квартал города, и в-третьих, начнем свою темную сторону развивать, это воровство ночью, дорогие друзья, потому что мы уже обучились красться и вскрывать замки. Ну, на этом, пожалуй, все. Серия выдалась насыщенной, поохотились мы и все-таки стали гражданинами, поэтому с чем я вас всех и нас поздравляю. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр и пока, ждите новой серии.